Это сейчас что получается такое? Мы попали в подсознание Рубика, в подсознание Рубика. Как-то так получается. И, кстати, вот те самые глаза, которых нас предупреждал наша соседушка. О, вон самый главный глаз, наверное. Ё-моё. Так, здесь где-то зомбари, по-моему, шли. Да. Так. Ох ты, нифига вас как много. Еще есть? Вроде все. Так, что тут такое лежало сейчас? Ну-ка. Ага. Опа, тихо. Тут чего? Так. Не знаю, там нам на что предлагают посмотреть, но мне сейчас пока некогда. А, понял. Еще толпа. Тихо. Там солдатушка. Так, тихо, убегаем. Нафиг. Давай заберемся наверх. Я думаю, что там будет безопаснее. Угу. Тут, значит, тупик. Ну ладно. Тихо, ну-ка, блин, нафиг. О, быстро, пока он... Черт, я... Быстро. Наверх. Есть. Да почему в плечо? В голову! Да твою мать! Ой, нет, в голову не резон. Жги. Отлично. Чё там? Где чувак с автоматом? Тихо. Только не падай давай. Вот он. Есть. Отлично. Одной проблемой меньше. Чёрт, патроны уходят как вода, блин. Твою мать. Не могу. Давай так, что... А почему он не может забраться, кстати? В чем проблема-то? Эй! Ладно, я сам спущусь, он один остался там. Так, мне нужны патроны, О, 10 патронов. Отлично. 10 патронов. Хорошо. Твою мать, вот кого я тебя вообще не хотел видеть. Так, против него лучше, наверное, использовать раба. Ах ты, твою мать! Нет! Черт тебя дери, а! Ой-ой, тихо, тварь. И давай лучше возьмем дробан. Ну ложись, ты твою мать. Вот, быстрее. Вот, хорошо. Берем пистолет. Иди нафиг, тварь. Нет, сволочь. Сейчас еще подохнет от рук какой-то старой корги, блин, это вообще будет печально. Ну давай. Используем аптечку. А, не, ну эта аптечка не исчезнет. Пусть лежит тут лучше. Так, я еще слышу зомбарей.
Где, откуда? Откуда-то оттуда, да? А, вот, вижу. Так, три толстячка. Три толстячка, это как роман. И сказка. Давай, сдохни уже. Серьезный парень был. Воу-воу-воу, ты-то откуда взялся, блин, ублюдок? Давай-ка, короче, это. Нахер тебе. Да, блин, женщина. Твою мать. Да вы издеваетесь. Да ё-моё. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, его, наверное, лучше... Так, бегом, нафиг. Да куда ты? Да ё-моё. А где он? А, он с бензопилой, что ли, теперь? Ё-моё! Вот это вот нехорошо, вот это нехорошо. Так. Надо брать агонию. Нахер тебя, тварь. Бегом. О! Все-таки косил меня, тварь. Бежим, 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 бежим. Сюда, 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 сюда. Так, лечимся. Так, на ком бы использовать факел? Да как так-то, блин? Я же нажимал кнопку. Нет, 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 давай, Кислан, беги. Черт, иногда почему-то не срабатывает кнопка. Нет, нет, не это. Сейчас, 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 сейчас. Опа, 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 бежит за мной тварь. Да быстрее, Кислан, ты чего? Сейчас вот этого еще замочить, второго, вот этого, последнего, вернее. Да... Так. Есть, твою мать, урод. Чух, тихера, он быстрый, блин. Так, нужно делать болты. Да вниз, вниз, Кастелланос. Так. Угу. Ну давай, 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 иди сюда. Воу-в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 оу. Блин, я с геймпадом все-таки не очень хорошо играю. Забираем. Твою мать, беги, Кастелланос, беги, 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 беги. О, я еще и устал. Я еще и устал. Вот это вот хорошо. Вообще прямо. Прямо в тему. Черт тебя дери. Где здесь аптечка была? Получил, нет? Ой, да чё такое, а? Нет, надо переключаться на клаву мыши. Или еще
что-то попробовать на геймпаде. Все-таки я хочу научиться играть на геймпаде. Поэтому я принципиально как бы стараюсь максимально играть на геймпаде. Так. Тихо, тихо, силы кончились. Давай, 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 давай. Ну, иди сюда, иди, иди, тварь. Че, он еще жив, да? Конечно, жив. Тварь так быстро не сдохнет. Да блин. Да блин, ты чего? Так. Все, нафиг, не буду, короче, здесь пытаться даже. Я лучше опять заберусь на лестницу. Ну, в смысле, по лестнице заберусь сюда. И отсюда спокойно его прикончу. Ждем. Вот, хорошо. Ой, главное не напороться самому сейчас. Понимаете, жив. Он еще жив. Да что ты будешь делать, а? Сколько в него надо всадить-то? Сейчас еще сделаем. Если у нас еще хватит. Ну и все, готов, ублюдок. Кто следующий? Так, здесь что у нас есть? А, понятно. Вроде все успокоилось, да? Серьезно? Я вот почему-то уверен, что это не все. Ну, пока есть такая возможность, мы побегаем, полутаем. Так, ну и... Что за звук? Что за звук? А, это глаза. Там дверь открылась. Значит, это все, видимо. Я почему-то думал, что мне придется здесь... А, вон какой все. Следующая арена. Расслабился я тут, видишь ли. Ага, конечно. Что? 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 Где? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, тут посерьезнее, короче, ребята. Ну, у меня есть кое-что для них. Ясно. На-ка. Вот так вот. Что там дальше? Ах ты тварь! Ах ты тварь! Ну-ка. Давай сюда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ладно, понял. А, все. А, там чувак застоял, смотри.
Ну, сейчас я его быстро там уделаю. Он. Вот и все. Хорошо. А, все что ли? Какая-то аркадная игра получается, вот эти испытания. Видимо, Робик решил поиграть немножко. Так, тупичок. А, нет, смотри. Опа. Опа, что там такое светится? И шипы какие-то. Это нехорошо. Так, я, наверное, вот здесь сейчас спрыгну и сразу напарюсь на эти каких там, на шипы какие-нибудь. Возможно, здесь ловушка. Да ладно, была не была. Да нет, пока все нормально. Ага, это душевая. Здесь лучше не ронять мылом. Иначе будет плохо. Так. Тут у нас что? Ну-ка. Ничего. Что же здесь должно произойти, интересно? М? Я вот... Опа. И тут еще такая же. Ладно, не рабочая. Так, это мина у нас. Ясно, тихо, тихо, тихо. Я думаю, что стоит это дело разобрать или... Или оставим. Давай оставим. Потому что мне кажется, что здесь будет толпа врагов. И мы как раз используем это против них же. Ну, если у меня, конечно, получится. Обычно я сам на них напарываюсь, но... Каждый раз надеюсь, что у меня получится. Вот. Я вот надеюсь, что в этот раз у меня все получится. Так, подлечимся. А это дело мы заберем. Хорошо, там у нас закрыто. И там что-то блестит, скорее всего, это... Да, это патроны от снайперки. Ладно. Там вон дверь какая-то. Нам, скорее всего, вот в ту дверь-то и надо. Но, скорее всего, в эту дверь не так-то... Подожди. Ничего, кажется, или... Твою мать, смотри, что я вижу. Ты посмотри, что я вижу. Смотри. Хочешь тоже увидеть то, что я вижу? Смотри. О, узнаешь, нет? Это же наш старый знакомый, сейфоголовый. Черт. Ну давай, сейфоголовый. Подожди, вон второй сейф. То есть его надо будет два раза убить. Сначала этого убьем, потом он воскресится вот в этом. Тут еще валяется, нет, сейф. Итак. Мина. О, патрончики. Я думаю, что не стоит к двери пока подходить. Тут что? А, вот как раз мы сейчас и... Стоп, здесь может быть мина какая-нибудь. Вроде ничего нет. И ловушек вроде никаких, да? Нет никаких растяжек. Нет, растяжек никаких нет. Хорошо. О, патроны для дробаша. Отлично. Дробовик. Давай-ка. Вот, хорошо. О, смотри, открылось здесь. Хорошо. В общем, понятно, от этого сейфа голового мы будем здесь бегать кругами. Вот. И отстреливаться. Давай сразу бомб, эти бомбы, говорю, болты понаделаем. Где у нас? Где у нас? Где у нас? Где у нас? Че я делаю? Ё-моё, что-то туплю вообще. Да, блин. Все, отлично. И пистолетик в руки. О, запчасти. Не, он пока это самое. Не оживет, пока я не подойду к двери. Как только подойду к двери, он оживет. Стопудово. Так что пока не подходим. О, отлично. Ну что, подходим что ли? Я вроде здесь все осмотрел. И все вроде собрал. Болтов понаделал. Ну что, какой из вас первый? А, ты, да? Ну, давай. А, то есть вас сразу двое, да? Ого, смотри-ка, что заработало. Нихера себе.
Так, стоп. Стоп. На-ка, получи. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, два раза мимо. Ой-ой, тихо-тихо, там разбежался. Так, быстро-быстро-быстро подбираем пол. Он куда-то исчез. Ладно, черт с ним. Да что ты будешь делать, а? Попало, нет хоть? О, по-моему, попало. А может и нет, не знаю. Так, стоп, делаем болты. Опачки, болт, ну ладно, оставлю, сейчас он пройдет и взорвется. А нет, не взорвалось, почему? А что она не срабатывает-то? На-ка, немножко это, зависни. А теперь получи. Ой, да ты чего? Ты чего? Ты чего? Да ты чего? Беги! Не успел, не успел, твою мать. Вот ведь, а. Я же говорю, я сам на них напарываюсь. Ой, по-моему, вообще без шансов. Ну-ка, попробуем вот так вот. Ну, они пойдут, наверное, здесь, так-то. Вот, хорошо, получил. О, смотри, смотри, ему плохо стало. Так, быстро, быстро, не это. Не тормозим. Да что ты, ну все, протормозил. Сдох, тварь. Нет, он не сдох. Че? Так, он забрался сюда. Отлично. Успели. Так, быстренько, быстренько делаем. Опа, смотри, ловушки бросает, сволочь. Оп, сразу двоих, давай сразу двоих. Отлично. Еще, давай, вот так вот. Давай, отлично. Еще. Вот так вот. Не знаю, как это сработает, но давайте, 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 давай. Да давай ты. Нет, не догоняй меня, тварь. Так, вот ловушек нет? Ловушек нет. Хорошо. Ой, ты, блин, вот обломчик. Делаем, делаем, делаем. Еще делаем. Хорошо. Где? Так. Иди сюда, давай, получи. Так, о, один готов, отлично. Осталось второго. Эй, ты чего? Ты что там придумал, эй? Ох ты ж черт, а. Жизни вообще нема, жизни нема. Быстренько лечимся. Лечимся. Так, главное сейчас его как-то обмануть. Чё ты делаешь? Кастелланос! Так, делаем. Черт, я, короче, это, в западне, потому что, хотя есть... Опа, тихо, не попадайся на ловушку. Где он там? Нет, вот. Ну, давай, тварюга, давай. Это все? Фу, это все, отлично. Отлично. Все, забираем опыт. Так, где там второй подох-то? Кажется, где-то... Да, здесь. Ну, это было очень напряжно на самом деле. Я думал, что у меня нихера не получится. Я думал, наверное, раз с десятого, может быть, я их убью. Но все оказалось гораздо проще. Но ладони у меня вспотели, конечно. Ну и не только ладони. Так, это забираем. Ну все, вроде все, здесь больше ничего нет. Все, что здесь было, я уже собрал. Так, идем к двери. Да, на всякий случай еще раз подлечимся.
Потом кое-что еще сделаем. Вот, например, погоди. Вот. И вот так вот. Вот. Все. И пистолет. Ну что, готов.